Вы что там делаете-то? Смотрим, как трансформировалась вот эта хрень. Все, теперь можно бить. Ух ты, он боком кидается. Всем привет, с вами Майлз, Миха и Саня. И мы продолжаем выживать в Майнкрафте. Всем ты привет. Ты так рьяно начал и потом так это... Да. Медленно так. В общем, мы опять идем искать деревню. И по дороге будем убивать сказочных лошадей. И меня еще порадовало Саня, Миха и Майлз. Не по имени, так, Олег. Он... Всех так по имени, а у нас. Ты понимаешь, он один какой популярный. Ты понимаешь, да, какой он уже... популярный. Блин, точно, точно. Ой, все, так, ты так вот, Если назвать просто Олег, никто не узнает. Так что, ой, ну все, я вас просто знаю. Если кто-то обидит Олега, да. Дизлайк ему. Олегу, да? Дизлайк Олегу, если кто-то обидит Олегу, дизлайк Олегу. Я вообще-то просил вас идти в другую сторону, а мы уже в эту сторону ходили. А, кстати, да. Не, мы в эту ходили, стоп, мы в эту ходили. Куда ты пошел? Да, по-моему. Мы в эту ходили. Все да, правильно. Как раз таки мы ходили. Мы туда ходили, нам сюда идти. Ой, ну все, вот если мы сейчас идем туда же, я вас дизлайк и отписка всем вам. Со всех своих 555 каналов. Аккаунтов, точнее. Миха. Стой. Смотрите. Миха, смотри. Целует мать. Олег, иди сюда. Смотри. Чё? Подойди к нему. Олег. Я брата нашел. В общем, пусть Олег ходит. Олег, теперь ты мой брат навек. А как ты его сделаешь, он надпись? Бирка. Ты давно здесь? Эти ребята пусть идут, нам никто не нужен. Правильно? Ну вы еще тут это... Нет, пойдемте. А то мало ли что там уж с ним делать, кто его знает. Блин, надо было Маша назвать. Это уже не твое дело. Не лезь не в свои дела. Это личный, да? Это очень личный. Хватит мне бить, кстати. Эту не будем убивать, да? Это нет, это нормальная мужик. Она крикнула на меня. Майлз! Это последний из табуна. Очень. Да, давайте оставим ее, правда, а то нам будет. Мы всех перебили просто, всех. Нам просто знаете, что надо? Нам надо коней себе оседлать. Угу. Кстати, да, вот на конях было бы быстрее. У нас, кстати, нам нужны яблоко. Яблоко нужны. Сань, помнишь лошадей, как тут прикольно на них ездить? Чтобы сначала надо приручить. Ну, нам нужно яблоко. Я имею в виду, там, если в воду оно упадет или там яма, то это вообще просто жесть, ее потом вот тут доставать. В общем, нужно яблоко, чтобы их приручить. У нас их нету уже. Да ладно, деревья просто деревья руби. Будем. Руби да и доставай. Зачем рубить деревья? Можно просто листво. Саня, правозащитник деревьев. Да, конечно. Да. Тебе так и поверили. Нам нужна лодка, наверное. Не, давайте лучше так сократим пока. Ну, это не похоже на сократим. Мы сократим в обход. О, деревья вижу. Опа, ни хрена себе. Посмотрите на это. Ух ты, здесь стой, просто... зачем ты убиваешь ее? Такого. Посмотри на них. Опрыгните кто-то в воду. Ага, тут страшно. Да, такое, сейчас, да. Конечно, ага. О, яйца акула. Два яйца. Можно будет приручить. Ой, не падайте в дырку. Отравление. А, ну потому что жрать надо меньше всякой фигни. Саня акулу съел? Нет. Да, Саня конченый вообще, мародер. Он все пробует. Ему лезет, что в рот попадает, то он и ест. А что это фигня плавает? Так, на заметку. Ага. Что это за фигня? Это медузы? Это медузы, ты чё? Я что-то первый раз их вижу. Они очень жаркие. Миха, медуза. Очень жаркие медузы. Естественно. Горячие. А кто-то вообще в жизни попадал на медузу? Нет. Как бы в наших краях они не водятся. Ну, я был на море и как-то попался на медузу. Ну и как? Ну, мне ничего не было. Да, ты лежал в больнице, просто не помнишь, да? Да. Да, я с Майлзом лежал. Ты не мог лежать со мной, потому что я не болею, по сути. Так мы тебя заставили болеть. Не было такого. Так Саня медузу принес, и тебя укололо медузой. Да, Саня, конечно, принес. Майлз укололо медузу. Вы, ребятки, конченые. Я просто не знаю, как с вами общаюсь до сих пор.
О, давайте сохранный тростник. Да, он, как, кстати, да. Можно вообще его посадить, я вот вам... Ну, все равно возьмем. Рыбка? Я вам как профессионал выращиваю, скажу. У меня есть яйцо рыбы. Ну, там, ой, там посадить. скат плавает. О, пацаны, знакомый домик, помните? А, да-да-да-да-да. Ой, может, здесь умер где-то, по-моему. Может, здесь осталось, кстати? Помните, здесь умер где-то? Мы все забрали. Это мы с Майлзом тут так выживали, это было... Не-не-не, я здесь умер где-то рядом. До сих пор вещи, которые я выкинул? Если это так, то это очень необычно. Я здесь где-то помирал. Так, стоп, вы куда пошли? Я в дом зашел посмотреть. Ну, смотри. Я просто утонул. А, ну мы так и поняли. Угу. Миха потерялся. Да я кому, не потерялся. Кому он нужен? Вот все начинается, нормально все со мной. Кому нужен? Не, если честно, вот мы с Михой вдвоем играли в Майнкрафт, вот втроем веселей намного. Да. У нас был кооператив раз, шестеро вроде бы было. Там такой ад был. Ой, это был ад реально. Это у меня даже до сих пор три части осталось этого ада. Это ты представь, Майлз. Это там... Каждый перебивает кого-то. Ну вот как сейчас примерно. Да, как сейчас примерно. Там Николай Некрасов был, Влад Даглас. Там кого только не было, блин. Цандос был. Авангард был. Не Николай Некрасов, а Авангард был этот Николай. А, ну да. Цандос был, там еще кто-то был вроде. Я был, ты был. На самом деле вот такие штуки смотреть интересно, когда кто-то что-то рассказывает, что-то такое. Общаются, обсуждают какие-то вещи. Но мы с Саней... Помню, в фильмах разговаривали целую часть, по-моему. Было я дело. Помню, как-то смотрел у кого-то тоже коопчик по DayZ, что ли. Они там пока... Это ж... А, это мухи. Так, стойте. А вот. Так, вас они там потерял. Пока что-то делали, они разговаривали там на всякие отвлеченные темы. Но обычно они разговаривали на вопросы подписчиков, зрителей, но... Мы раз тоже раз со Стасом бегали, в общем, в DayZ. И так бегали, было скучно, и мы начали обсуждать концовку BioShock Infinite. И так серию назвали, обсуждение концовки. Ну и как, много просмотров? Да нет. Это было где-то в 2012 году. Потому что ты не популярный, вот почему. Да я, вот, как мне кто-то пишет, Майлз, Саня скатился. Вот мне кто-то пишет, Саня скатился, я пишу, я и не поднимался. Ну, главное, ты сказал правду. Нет, вот, ты вот. Один... Я поднимался на Херобрине, Майнкрафте и на Гаррис Моде, там где FNAF был. Ага. Это было твое и мое поднятие. Одну минуту, потом, блин. А потом мы опустились резко. Это было поднятие и резкое падение. Ну, это было, знаете почему? Потому что вы просто выложили то, что было в тренде и в нужный момент. Да. А мы тогда еще не знали, что это было тренд. И мы просто выложили, не ожидали. Ну просто, да, и вам повезло. Вот у меня примерно так же было. Где Майлз? А вот он. Я здесь-то, ёпта. Так, теперь там смотрим внимательно. Крипперс. Оп, на. Ай, больно. Плывём и ищем всяких... Лошадей. А что это там впереди? Это кусты какие-то или... Это кусты. Ой, мне подвисло. Всё. Классно. Это что, у меня вылетело всё нафиг. Ждём Миху. Охренеть. Я жду Миху, но на берегу, потому что в воде ждать Миху не стоит. Это да. Блин, как классно, а? Ну ладно тебе, ну все в порядке. О, там волк, там кто-то в волка превращается. Так, погодите же меня. Уже да, превратился. Вот. Да, вижу его. Ты только появись, потому что иначе мы задислайкаем твой канал до смерти. Не надо, спасибо. Скажи, он и так задислайканный, да? Ну есть там некоторые видео. Бахайся. Тут овца-мутант плывет. Ой, бляха. Ух ты ж ё! Ты можешь пока что не отходить от общей компании и, как вы понимаете... Я так понял, если факел в воду опускать, то получается вылет какой-то странный. Да, вот это правда. Это я с факелом в воду залез просто. У меня то же самое было. Тебе придется отключить моды и снова зайти. Бляха-муха. Серьезно? Да. По-другому не зайдешь. Я попробую сейчас, ну, блин. Ну, я же тебе скинул архив. Просто потом с архива скинешь то, что удалил, и все. Я понял, но, блин, это печально. Ну, иначе ты не сможешь появиться. Ты будешь постоянно вылетать. Я попробую сейчас. Осторожно, где-то лучник. О, Миха присоединился. Но это не факт еще, кстати.
Да не, вроде. Я тебя вижу в воде. В воде, а он меня покинул. Да, я вылетаю. Классно. Удаляй мод. И снова ставь. Да. Ну или можешь не ставить, как хочешь. Не, я поставлю, ты что? Если он не поставит, то у него не зайдет на сервер. Ну. А как я зайду на сервер, если поставлен будет? Не-не, ты удали, зайди. И ты должен зайти. Ты зайдешь. Я верю в тебя. Просто заходи. Так, ну мы вроде так-то недалеко ушли. Саня тут буянит, конечно. Так что, наверное, новую часть начну. Кабаны, кабаны, кабаны. Так, сейчас. Вы можете пока приостановить, я думаю. Окей, я приостановлю так. Потому что пока... Нормально. Ой, надо. Все в порядке. Брать, я даже не так страшно факел брать. В общем, пошлите. У меня даже кофе успел остыть, пока вы тут... Погнали вот через эту дорогу, я думаю. Как прикольно она бебебекала. Блеет она. Это называется блеять. Вот зря мы так вот тут сидели, уже сейчас день будет. Просрали да, ночь. Мы, кстати, недалеко от дома ушли. Ой, ну все теперь вот это вот. Так, мы надеюсь, серия будет 30 минут. Да, ну почти 30 у меня. 30. У Майлза 89 будет минут. Вы за мной идете? Да. Да кому ты нужен, господи? Да вы задолбался. Да ты задолбался с ним. У меня будет обрезанная версия. Я вообще-то смотрю на Закра. Фулл версия. Блин, это получается Майлз потерял? Майлз, ты потерялся, что ли? Я на закат смотрю. Блин, а мы пошли... а мы вообще-то с Михой пошли уже. Ну идите, я смотрю на закат. Ой, ну вы ещё... Ой, нет, я вас обманул на рассвет. Ну, обиделся. И всё. Где ты, падла? Я на крыше дома своего. На какой крыше? Да ещё? Нам сейчас на крышу лезть, ё-моё. Не надо никуда лезть, просто скажите координаты, я вас найду. Миха, скажи координаты. Координаты. А, не надо, все забей, я уже вас увидел. Вы настолько палите, что я не знаю просто вот это. Кто вас учил сюды играть в Майнкрафт? Просто сюды, ёханый. Да и не надо мне никаких ёханых, ты не тут. Втираешь... Сюды, я сказал. Втираешь... Ты меня нафига откидываешь? Муха. Сейчас бы упал вообще и умер бы опять. Подумаешь. Минус Драгон. Ну и чё вы стоите, я не понял. А вот ты где? Я уже ушел. Сзади! Где? Криперов? Майлз! Да мне норм. О, музон пошел, начался, погнали. Не, я потом реально, когда мы закончим сезон, я попробую сделать нарезку из своих смертей. Я, конечно, не уверен, попробую. Мне кажется, это будет достаточно весело. Что ж такое, господи, за кем мы идем? Со мной. Я уже потерялся опять. Да черт возьми. Да все, я нашелся, пойдем. Крипер, крипер, крип. Нет, все нормально, я его убил. Делай, ладно. Так, куда пойти? Вот, пошлите через гору, что ли? Осторожно, там энд. Да его да, будешь бить, не... кроме этого, топор нужен, чтобы его убить вообще. Ау, я ударился, что-то как-то больно. На-на-на-на-на. А мы, кстати, по-моему, не сказали цель или сказали. Так. Мы говорили вообще-то цель. Ну, в общем, надо найти лошадей. Этих сказочных. Или и страусов. И убивать. Чтобы добить. Да, и убивать, чтобы найти сердечко. Вообще-то они появляются ночью, но мы еще хотим найти деревню, ну, чтобы. Не-не-не, мало ли страусы появятся. Плюс деревня, да. Там мы можем найти книжечки для удачки. Я вас пропускаю, мистер. Пошлите. Ух. Тут. Чё-то мы тихо идем. Прикиньте, если бы в Майнкрафте были разрушения, как в Battlefield. Ну, я не знаю, половина не разрушалась бы, половина разрушалась. Тогда это немножко странно. Майлз такой ударил и... В гору ударил. И гора такая сыплется. И все развалилось. И наш дом сгорел заживо. Заживо. Дом заживо. Так дом живой был. Дом живой же был. Прикинь, крипер взорвался, все повалилось, весь дом. А представляете, у нас дом живой, вот мы сейчас ходим, а он там творит какой-то... А он ушел. Вот это будет смешно. Прикиньте, мы так возвращаемся, там какой-то игрок стоит. Или мы так возвращаемся... Кто это прыгает? Это олень. О, да, это олень. А, я думал, Миха.
Нет, это герб Нижегородской области прыгает. Так, тростничок я соберу. Давай. Так. Тогда я потом за серией построю ферму тростника. Давай. Чтобы, ну, тут народ как бы не напрягать, а то я знаю, народ напрягается, когда смотрит, когда кто-то что-то строит. Да, я думаю, они сейчас напрягаются, когда мы ходим и какую-то херню делаем. Ну, не знаю, ребятки, я врезаю подобное. Ой, врезает он, да кому ты там... И потом серия будет одну минуту. Серия час с половиной. Какая серия у тебя там с час? Ну ладно, меньше. Полторы у тебя там. Я видел. Секунды, да, вот это вот. Чё там как долго? У меня нету... А, я думал... Ну пипец вы медленный, ребят, я с вас фигею. Наверх, наконец-то. Вообще какие-то не очень. О, пустыня, слушай. Пустыня, это прекрасно. Так, папа. Это могут быть страусы и деревушки. Миха, не выпадет со страуса, ты забыл. А точно разве не упадет? А, да. А может и выпадет, кто его знает вообще? Давайте убивать я всех. Уже. Не, если страус с этим все равно убьем. Я убью. Страуса мясо упадает. Я убью его сразу, не задумываясь. Змеи ползают. Вы не подумайте, что я какой-то не очень, но я вообще просто убью всех. Всех убью. И Саню особенно. Саня меня бесит больше всех, не знаю почему. Это же неприятные змеи, зачем ты их убиваешь? Пацаны, это очень... А, это просто песчаник. Они просто шипят. Песчаник просто. Так, страусы. Так, я в храм больше первый не полезу. Да кто тебя пустит уже туда? Ты и так все разрушил, ну, все что можно. Да, все, начинается опять. Кто кого там разрушает еще? Кто, ау? Кто умирает первый, а? Кто? Кто? Ты. Я еще не умер ни разу, а вы уже по 250. Может, нам нужно было мод на машины поставить? На велосипеды? А, может быть, вообще просто суперменами станем, будем летать, м? Не знаю, Майлз, ты умер духовно, а я умирал физически. Это духовная скрепа. Вы что, больные, что ли? О, страус! Он мой! Нашел страуса, что ли? Где? Он мой, я убью его. А, я вижу его. А ну иди сюда, сладенький мой. Да ё-моё, вы чё какие быстрые. Ты дашь мне свой... Ничего. Тварь страусиная, ну ладно, мы найдем еще. Миха страусиный. Вы чё как соники такие быстрые, а? Потому что мы прыгаем, а ты нет. Да. Ты когда-нибудь играл в что-нибудь типа Pain Killer там, знаешь, нет? Это вот... Миха не играл в такое, он маленький. Поэтому он не знает распрыжку. Конечно, да? Знает, что... Ну а почему ты не распрыгиваешь? Я шел в Pain Killer и прыгал. Я вижу страуса через непрогруженную локацию. Я тоже вижу страуса. Я плыву к нему. Иди ко мне, мой хороший страус. Они, наверное, думают, да вашу ж мать. Нет, только не я. Почему я страус, но должен давать рог единорога? Да, кстати. Курятина, Миха, курятина. Какая курятина-то, страусятина? Страусятина, ну. Ну вот именно. Господи, неуч. Не, у меня просто что-то валяется курятина какого-то хрена. Да ты вообще головой подумай, ты убил страуса и достал курятину, ты вообще... Вообще в страусах ищем урок единорога, тут ничего нормального нет. Страус, иди сюда, иди ко мне, сладенький мой. Ой! Слона задел. Спасите. Чё, слона? Кто задел слона? Ой, я что-то перепаратился немножко. Кожа слона? Круто. Я кушаю. Там кожа слона. Вот. А ничего. У слона можно хобот. Прикрепить, да? Да, Михе на голову. А тебе в другое место прикрепить? Ему на нос надо прикрепить. Вот именно. А Михе на рот. Что будет Миха хорошо пить с колюш. О, тут прикольное такое местечко, такой бассейник. Прикольненько. Я б тут жил. Жалко, что пустыня, конечно. Ты чё слонёнка убил? Вы чё, ироды вообще творите? Саня, зачем? Саня взял слонёнка, убил. Да вы же сказали всех убивать. Я вообще в шоке с него. Вот он нам верит, прикинь. Смотри, акул сколько плавает. Ё-моё. Или чё это такое плавает? Акулы? Да вообще что-то не похоже. А, да, акулы, да. Расплодились чё-то. А где дельфины, блин? Акулы съели дельфин. Да. А вы, кстати, знали, что дельфины ни херна не спасают людей, они наоборот их топят? А? Кто тебе сказал такое?
Я забыл. Это известный факт так-то. В мультиках по-другому показывают. Это мультики, Миха. В мультиках. Ты себя слышал сейчас? В фильмах тоже показывали. Да, и в фильмах показывали. Хотя я видел один мультсериал, вы его знаете. Флиппи? Не-не-не-не, там, наоборот, все пингвины повстали. Одна из серий Симпсонов. Никогда не смотрели? Симпсонов, ну, может быть, я такое не смотрю. Я смотрел, но, может быть, забыл. Ну, я смотрел, ох, где-то в каком году, не помню уже. Я в школу еще ходил. Я смотрел на 2x2. 2x2, 4. 3x3, 9. Там всегда Симпсонов показывали, эти как его. Господи, как они там, эти Гриффины? Майлза. Гриффиндоры. 100 очков Гриффиндору. Маленький страус. Вот взял и убил своего родича. Я сейчас тебя убью, родич. Мы тут по кругу, кстати, что-то пошли. По кругу не ходим. А тем временем... А ты что, дельфина убил? Это дельфин, а не акулы. Сам ты, да. Ударил сам дельфина. Ты. Я ударил тростник. Оля, дельфин. Я говорю, дельфин. Я ударил тростник, уроды. Дельфина ты ударил, слышал? Ой, я... все вот это вот, я просто... Майлз, открой секрет. Миха просто дельфин. А, поэтому он защищает своих. Вот именно. Ну, вот, я его вот... не бил. Гребаная слоняра. Это я про Майлза, если что. То есть я убил родича Майлза. Слона. Да. Майлз, то есть убил своего родича. По-моему, нас уже припекло на этой жаре, и мы что-то как-то несем. Слушайте, у нас зато атмосферно. Что дома жарко, что здесь жарко. Да, атмосфера, Манала такой атмосфера. Полное погружение. Давайте еще мод поставим. Давайте еще мод поставим на этот. На типа, чтобы температура как была, зима, лето, как все есть. Может, ты просто сразу нас убьешь, а? Да я так тоже хочу. Давайте мы кондиционер купим. В Майнкрафте. Кондиционер. Нет, сложимся, кондиционер купим. Ой, убейте кто-нибудь Миху, у него какие-то идеи, какие-то больные уже. Да он больной. Ой, я что-то проголодался. Он больной. О. На Миху. Кого больные, а кого нормальные? У меня, например. Что у тебя там нормально? Ну подожди, я поем. Кому ты нужен ждать тебя? Вот потом скажешь. Давайте подождем в пустыне, пока солнце садится и начнем. Охотиться на наших мозговых. А тем временем у нас осталось 9 минут. О, слушайте, мы в эту локацию ходили вообще, которая впереди? Я не помню. Я тоже не помню. Сходим? Пойдем. Там может какие-то новые зверьё будет. Блин, так неприятно шипят. Прям как Саня. Так. В туалете. Так, подождите меня, уродцы. Кому ты нужен? Иди в баню. Тогда окей, не ждите меня. Ну да и все, вали. Не возвращайся никак. Тогда если я вас найду, я вас убью. Да, Селёна, хватит? Хватит. Против двоих там. Погнали, в общем. О, ты его слышал? Погнали, в общем. Да. Смотрите, тут бы отдохнуть бы сейчас. Ух, водичка. Эх, водичка, вода. Течет. Сведите кто-то. Чё? Осторожно, кстати, с факелами в воду, осторожно, вы чё? Вы там пэта. Осторожно с факелом. Чувствую, это у нас будет частая проблема с факелами. Потому что. Ну, если ты, конечно, память у тебя говно. Что-то у меня тут прям немножко проседает. У меня тоже. Потому что мы все взяли факелы. Я не взял. Я не взял. А, да, значит, я тут. А такой... где? А вот, а я тут. Как крутой птичка звук. А где Майлз? Да здесь я, ну. А я не ты вижу. Видишь нас факел? Нет. Я вижу вас просто. Где ты? Внизу я. Я не вижу его. Я сейчас чихну на вас, я вам отвечаю. Блин, так прикольно. Я не вижу Шерик. Майлза. Где? Да. Я не вижу. Будь здоров. Спасибо. Майлз, где ты, блин? Спускайся. Блин, скелет! Да здесь я, ну а что вот же вы такие конченые-то, я вас просто... Блин, мы думаешь, увидим. Терпеть не могу вот это вот. Всё, я пошел. Так, вырежь это из монтажа. А, я блин, Миха, ты же не сможешь вырезать. Конечно же, че вы... Подожди. Спасите, умираю. Ничего не вижу. Приятной смерти тебе, Сань. Я ничего не вижу, блин. Это называется, вот ты вперед паровоза прешь. Темно как
У Майлза. Дома. Там в одном месте, да. Дома. В кладовке, что ли? Да. Майлз в кладовке живет. Так-то да, кстати. Ну. У меня в кладовке. Арендует. Да. Да. Угу. 2 рубля аренда. Закрыли свои эти самые. У Майлз элитная кладовка, да? Элитная. Туалет — это ведро. 2 на 2 метра. Короче, вы меня просто достали. Просто бесите. Тут скорпион, пацаны. Где? Где ты? Я его убил. Это ты, Майлз, еще с нами каждый день бы сидел бы. Ты бы вообще офигел, наверное. Ты, ну, вас в баню еще. Я жить, что ли, не хочу больше. Где Майлз? Я не вижу тебя. Ой, Майлз... да идите вы дальше, ну. Да не туда, назад идите. Короче. Вот ты, Майлз, вот мы сейчас волнуемся, а ты нам не это. Короче, идите, Майлз, за жопу. Да. Мы я тебя понял. Мы за тебя волнуемся тут. Как бы ты тут не потерялся. В общем, мы какой-то круг сделали. Сейчас опять на пустыню вернемся. Меня эти деревья бесят, если честно. Да, меня тоже. Я вообще никогда эти тропики не любил, не конченые. Всегда были для меня. Ну, вот, примерно, раз, я вот, помню... вот примерно вот так же кончены, как сани. Вот прям вот. Ну, я помню, тут раньше храм был. Было можно что-то интересное найти. Да, мы тебя там закопали в этом храме. Вот настолько ты нас бесишь. Не обращайте внимания там на них, просто они пьяные сегодня. Особенно Миха, он бухает каждый день. Миха просто больше всех выпил, поэтому кажется более адекватно. Ну да. Да и вы тоже смотрите этот ролик пьяными, потому что вы нас понимаете. Ой, это проседание сейчас было. Да-да-да-да-да. Так, вы там с факелами поаккуратнее. Да нет у нас факелов, ну что ты как, я не знаю. Я за вас волнуюсь, чё вы тут это всё? Просто у Михи в заднице один факел, и он не может успокоиться. Всё, Сань, я за тебя больше переживать не буду, пошёл ты. За него никто и не переживал как-то. Сань, я за тебя переживал, да. Да-да-да. Я переживал. Вот Майлз настоящий друг, а Миха долбоёб. Всё, началось. О, всё, понеслось. Да, он запел. Все. Кончил вот эти вот, все, хватит. Офигеть, у нас Майнкрафт обзываем друг друга. У нас просто типичная дружеская атмосфера. Так, все, давайте искать. Вот вы представляете, предыдущие 7 серий были такие спокойные, размеренные. Конченые. А тут такое пошло. Блин, я хочу уйти из этого чертова леса. Меня он настолько бесит, что как будто я вот Саню вижу вот вживую, и вот... Я не знаю, что у вас еще после обработки будет, после Ютуба, как тут светло будет, охренительно. А я повышу яркость. Миха, ты вообще не монтажируешь. Пацаны, что пацаны, я застрял. Да кому ты нужен, Миха? Согласен. Ну, да бляха-муха, вот. Да кому ты нужен? Выбирайся сам, короче, ты никому не нужен. Вы плохие люди. Ну, сам застрял, да? Выбирайся. Я вас забочусь. А вы... Забочусь. Вот. Мы твою заботу вертели, знаешь где? Я запутался уже, ё-моё, ничего не вижу. Где факел? А вон вижу кого-то. Да ну его в баню, я пошёл к ним. Ау. Тихо, факел. Я меч сломал, всё. Такой звук, такой пум. Аккуратно. Чё это за придурок? Паук золотой. Ой, у меня уже шея болит, господи. Это какие-то трэш-серии получаются. Смотрите, через воду видно лаву под землей. Ой, господи. У тебя только одного, видимо, у меня не видно, потому что... Ой. То есть вы сейчас намекаете, что у меня плохой компьютер, значит? Да почему сразу плохой компьютер? Ну, просто... не очень хороший, да? О, вот боже, мне этот лес так достал уже. Согласен. Ого, там зомби в ка... Ты подкинул тебе немножко. Я тебе сейчас... Народ, что-то золотое. Золотая чаша? Зубы твои. О, готовьтесь драться. Да кому... Смотрите, кто тут. Я не знаю, что с ним выпадает. Ой, ты кто такой? Да вашу ж мать. Ну что, зачем ты его в воде убил? Глаз. О, черт, он собирается. Я с него все взял, там из него стрелы выпали. Нет смысла его бить, пока он собирается. Ух, ничего себе, отлетел. Нормально. Поднимайся наверх, сейчас умрю уже. Да блин, плыви ты. Так, ладно. Так, вы что там делаете-то? Смотрим, как трансформировалась вот эта хрень. Все, теперь можно бить. Ух ты, он боком кидается.
Фига себе, там летает блок. Капец, у меня жизнь. Так отходи. Ой, ё. Так, он, наверное, взорвется сейчас, да? Или что он делает? Не-не-не, бей его до конца. Опа. С него выпал золотой блок? Знаете, я... Промолчу, да? Нет, я тоже. Я вот это хочу сделать. Иначе я сдохну, серьезно. Что у тебя там? Мне нужна еда. У тебя ее нету, что ли? У меня все кончилось. Так, стоять. Скорая помощь идет. Ты где там спрятался? Я под деревянным блоком. Сейчас я к тебе прилезу. Лови. Что ты мне за подачки тут кинул? Ну надо... Блин, ты просто меня уже бить, реально тоже. Я прям не могу. Давай Мэлса убьем. Сейчас я тебя убью. Все, благодарствую. Ай. О, нет. Так. Так, у нас, кстати, время. Можно заканчивать, кстати, серию. Давайте закончим уже. Да? Да, давайте вкопаемся в землю вместе. Кто начинал, тот и заканчивает. С вами был Саня, Олег и какой-то... Все, лучше бы не говорил. Лучше бы не говорил. Действительно. Всем пока. Всем пока. С вами был еще Миха.